смотрите, Дыня, ну Дынь. Ну что, мои хорошие, всем привет. Мы с Денькой в первый раз собираемся куда? Куда? В зоопарк. Еще мама Чоли тут. Опа. Только я в зоопарк не пойду. Чего я там забыла? Мама не любит все эти походы, зоопарки, поэтому мы идем с Аленкой и с ее семьей. Взялась. С телефоном такой деловой. Ага. Расстегиваем ремни. Как всегда. Как всегда у меня тут все. Ну а куда снимаешь? А что, выключать? Нет, снимай. Только нормально снимай, не панельку снимай, блин. Ну что такое, всех вас учить надо. Убирают этот шнур, то я на него сяду. Что у нас там нотик делает? Короче, все, маму мы отвозим домой, она будет отдыхать у нас. А мы с Денькой уже время как раз-таки... Встречаемся 10:30. Время выдвигаться уже, все. Чувствую, я немного опоздаю, потому что я утром выпила одну чашечку кофе. И сейчас еду и понимаю, что я голодная. Сейчас есть я сразу не собираюсь, а кофе еще вторую надо выпить. Поверните направо. И у нас на самом деле в Ростове я знаю только вот 3 места пока что, где можно выпить нормальный кофе. И я сейчас еду в Макдональдс. Здравствуйте. Здрасте. Можно кофе латте? 03-04. 03. Угу. И наггетсы 4 штучки. Так, вот кофейку нашу. Я думаю, одного хватит. Чего там считаешь? Ну вот и наггетсы. Читать какие-то пережаренные. А? Засовывай, давай. Все, вылазь. Давай, вылазь. Так, все, мы приехали. Перегрёзка влог. Во влоге у ребят можно будет посмотреть меня со стороны. Я так иногда смешно выгляжу. Вот сразу чувствуется, стоят 2 блогера. Один опытный блогер, один начинающий блогер. Почему? Ну ничего, как говорится, почему у Селены еще все впереди. Ты прекрасно держишь камеру, знаешь, сегодня... А, у Селены... Понятно. Так, ну что, билеты по карманам и пойдемте. Все готовы? Вы уже были, кстати, даже здесь? Ну, в этом году не было. Ну, вообще были, да? Я-то была уже 10 лет назад здесь, а Денька первый раз. В общем, посмотрим, что-нибудь вам покажем. Дэнь, покажи, как ты с Кирей поздоровался, как мужики. Давай, здорово. Пойдем. Давай, здорово. Да здорово. Да... Ну, ладно, ладно. Пойдем. В общем, они поздоровались, как мужики. Мишка, я тоже взяла, у меня есть один. Зонтик? Да, у меня есть. А, ну, ладно, супер. Дождь пошел, смотрите. Ну, давай, оператор будет с зонтиком. Мишка, Дэнь. Мишка, нравится тебе? Мишка, смотри, только белый. Мишка белый, он что-то кушает там. Мишку мы любим, потому что мы смотрим все время Машей и Медведем. Мишка, ты где? А там дальше же будет по комнате. Ну пойдемте, раз этот жопа этот стоит. Кушает, ты видишь? Ну все, ладно, не надо нам вот это вот. Такой, а вот здесь обезьянки. Смотрите, Денька. Дэнь, обезьянки, класс. Все за Кириллом повторяет. Держись. Дэнь, ты посмотри лучше на обезьянок. Смотри, какие обезьяночки. Слон. Запах вообще отвратный. Блин. Дэнь, иди сюда. Кись, иди сюда. Слон. Смотри, слон. Иди сюда. Смотри, слон большой какой. Вау, слон. Мы только пришли, посмотрели 3 животных. Я уже устала, потому что везде очень большие борты, и Деньки не видно, и его надо поднимать. Как будто зоопарк для взрослых детей, а не для маленьких. А мне кажется, как раз-таки 3 года самое то. Вот. И периодически капает дождь вообще, что мы собрались раз в 10-летку, и дождь пошел. Вот. У слонов вообще жуткие ароматы там выбежали, дабы не пропитаться. Я вообще этими духами напшикала сегодня. В общем, ладно, идем смотреть жирафов там кого-нибудь повыше, чтобы Деньку не поднимать. Дэнь, посмотри на Мишку, пожалуйста. Я тебе тащила 13 килограмм на Мишку. Смотри, как Викуля смотрит. Мишка, да? Такой Миш. Ой, ты моя девочка. Давай поцелуй твою ручку. И руку уже как леди тянет. Так он, смотри, позирует прям так. Смотрит, как ты видишь? Ага.
Прикололась. Ой, ты мой хороший. Ой, какой Мишка встал. Дыня, ты смотришь вообще? Попозировал. А Дыня не смотрит. Дыня вообще тут вот... Позерник. Сам себе позирует. Ну все, ладно. Ой, встал. Ну, Мишка классный вообще. Классный. От... Ой, ну красавец. Чешет, вот. И так встал. Ага. Так. Молодец. Да, ты видишь, как он сидит? А Дыня камушки кидает. Да вот тут. Привет, Мишка. Зачем, скажи, мы пришли на Мишку? Тут камней мало. Так, Дыня не хочет идти за ручку. Кирилл его... Тяжело. Зайка, ну все, ставь его, долго не неси. Все, за ручку бери, Дэнь. Бери за ручку Кирилла. Дэня, бери Кирилла за ручку, пойдемте. Хочешь, чтобы его поносили, ага. Хитрый. Хитрый мальчик у меня. Так, все. Дэнни, да что ж такое, да он так любит эти камни, просто ему звери не нужны, ему дай бы камень и кинуть его в траву, ну что такое, а? Ой, какая лама, все смотрят на ламу, а что делает мой Дэнечка? Кидает камушки. Зачем ему ламу? Так, в ламу кидать нельзя камни. Дэня. Так это гуана. Это, что это? Гуанака. 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 А Дэнни камни интересные только. Кого? Даже Вика смотрит, малявочка. Ей, казалось бы, вообще еще, да? И не надо это. Дэнни, а ты видишь ламу вообще? Да, конечно. Нет, Леня, что прям руки жует. Ты смотри, а может там продается где-нибудь морковь? Подожди, я сейчас камеру включу и руку засуну. Да давай, я засниму. Чтоб трэш был. И красотка такая, красоточка. Скажи что-нибудь нам. Скажешь что-нибудь? Нет, молчит. Дэня, ты себя сейчас булыжником прибьешь. Слушай, Кирилл, возьми сейчас камеру. Смотри, да. Просунь туда. А, свет, маленькая. Вышла с туалета только что. Туалет нормальный, бесплатный, достаточно чистый. В зоопарке у нас, конечно, здесь огромная вообще территория. Прям вот ходишь и леса. Как бы есть где погулять точно. Во, дальше пошли, там дорожка. Это что за такие лапочки, такие маленькие, вот с ними бы поиграться вообще в ручки потискать. Это как вы там, Мадагаскар как там. Игрунка обыкновенная. Лемуры? Это игрунки. Класс. Пойдем еще посмотрим. Кто здесь еще? Ну ты, не мамочку, не прыгай, ну зая. Зая, отцепись. Пойдем. Кися, отцепись от мамы. Дэй, мы смотрим обезьян. А там кто-то еще здесь. Ну, Дэй, не упадешь сейчас, Кис. Вон они еще маленькие тоже. А вот, смотрите, очень похожие зубы. Количество, форма и общее расположение. Коронки зубов одинаковые, как у человека, видите? Господи, кто там прыгает? Руки, вот, человек, шимпанзе, горилла. Смотри, вообще горилла как похоже. И шимпанзе похоже. Орангутанг уже вытянутая ладошка. Что, Виталий, удалось тебе снять что-нибудь? Обезьянку? Обезьяна со всего разбега прыгнула в стекло. Четырьмя лапами, ногами. Ты успел заснять это? А я стоял прям, да, вот так возле стекла с камерой. Офигеть. И она с разбегу прям сильно ударила, я реально... Сними подливу, нет? А что, может быть? Я очень сильно испугался, чуть камеру не ловил. Я думала, просто ты так ходишь. И она может быть. Папи, ты так периодически спрашиваешь. Денька, первый раз под зонтиком. Я только... выживаю, я иду без зонтика. Только у мамы зонтик розовый, правда. Ну, прости, зая. Мама любит розовый цвет. Зато с Лондона. Харатс. Класс? Нравится? Под зонтиком ходить? Птички, да, тут. Дэнь, держи, не это. Пока ребята тут смотрят на птичек,
Посмотрите, как мило под зонтиком с Дынечкой. Он держит зонтик, а мама держит Дыньку. Да? Да. А это я еще не покормила. У нас романтика, любовь. Да, тут всякие птицы, стервятник вот он, красавчик, желтая морда. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду. О, смотрите, Дыня, ну Дынь. Ой, прям уснул, похоже, да, вот так вот, да? У него глаза открыты, когда я посмотрю. Дыня, посмотри. Только не суй туда руки, я тебя прошу, смотри. Прости, пожалуйста, я хочу снять тебя, ты такой красивый, даже при том, что ты... Да не закрывай, пожалуйста, посмотри, какой контент. Да, они угрюмые, конечно. Ого, он может клюнуть вообще. Класс. Дэн, ты видел, какая птичка? Ручки несуй только туда, откусит и вообще... Спасибо большое, дорогой, черный. Черный гриф, да, это? Они вот так спят прям все. И этот тоже, смотри. Аня, блин. Реально вампир. Я не пойму, он спит или не спит. Ой. А может, это чучелки? Марго. Не-не, это натуральный. Настоящий. День, держи зонтик. Глазки открытые, чуть не шевелится. А, он не шевелится. Офигеть. Денечка, иди скорее, зайка, уже ребята убежали. Кто там идет? А, это у нас фламинго, какие красивые. Дэнь, они прям под наш зонтик. Да, они даже едят что-то розовое. Я же говорю, мы красители какие-то. Думаешь? Это не красители, это специальные розовые. А может, это малина или клубника? Нет, они поэтому розовые, они шкурятся там, где вот это что-то растет. Да. А, поэтому розовые. Прикольно. Смотрите, обыкновенная лисица. Вот такие у нас, вот, видимо, бегают по лесу, когда где-нибудь ты по трассе едешь. И выбегает лисица. Вот она, вот написано. Отряд хищный, семейство псовые. Род лисицы. Самбо. Обыкновенная лисица. Дэнни неинтересно, он под зонтиком прячется. Ну вот, вот с такими животными я согласна, что им не хватает пространства. Видите, она бегает. Иди поздоровайся с нами. Это корсак. Корсак. Ай ты сладкий. Хищник. Да, вот ей прям хочется побегать явно. Мало места, мало. Думает, куда нет, попрыгнуть. Нет, но все равно маленькая амплитуда у нее. Ну да. Имею в виду, бегает она слишком не по всему периметру клетки. Может, у них натура просто такая, они суетятся. Ну, наверное. Что, Кися, ты что-то хочешь там у меня? Кидай. Дэнь, куда ты пошел? Мы пошли в зоопарк, пришли. Дарик. Дарик. Мы не будем в это играть. Ты ему зонтик дай. Да, зонтик. А тут нету дяди, который оплачивать. Дэнь. Тут нету дяди, которому оплачивать. Ушел. Дождик пошел, и он ушел. Посмотри, что ты делаешь. Чего меня пачкаешь? Ну-ка, прицепился нормально. Дэнь, зоопарк у него. Заставочка. Дэнь, отпусти мои волосы. Что за поведение? Сиди тихо. Ну что, вот наш аквариум-террариум. Здесь безумно жарко. Что там? Ты что-то увидел? Рыбки. Да? Ой, я хочу в Москву попасть, в огромный вот этот страну. Не помню, как называется. Это, конечно, ерунда по сравнению с тем, что сейчас можно увидеть. Большая черепаха. Каймановая. Морду высунула. Дэй, ну тебе хоть рыбки нравятся, а то я радуюсь. Смотри, какие маленькие, красивые рыбки. Рыбки, да? Рыбки. Красивые. А вот какие красивые цвета. Вообще.
голубой, фиолетовый. Класс, Дэнь. А здесь лягушка, посмотри. Пока дождь, мы прячемся. О, боже мой, какая страшная жаба. Смотри, это жаба. Дэнь, жаба. Папа. Жаба. Папа. Жаба. Папа. Да не попа, а жаба. Папа. А вот там лягушка. 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 Пойдем дальше. Ой, красные рыбки. Красные рыбки. Оранжевые рыбки. Красивые. Оранжевые, да? Оранжевые рыбки. А вот черные рыбки, смотри. Черные рыбки. Черные. Смотрите, волосатая черепаха. А морда какая. Просто вообще жесть. Я такое не видела. Ой, какие маленькие. Ой, смотри, как они рожицы свои подняли. Ой, смотри, какие лапочки. Черепаха. А лягушки тут есть? Лягушки там были. Ой, вообще не... В том, другом. В другом. Да? Да, там жаба огромная, страшная была. Смотри. Смотри, какая длинноголовая черепаха. Мама, черепаха? Это черепашка. Черепашка. Пойдем. И тупое. Тут еще вообще как лебедь. Черепаха лебедь. Гладкоспинная. А, это змеиношейная. Змеиношейная черепаха. Что это такое? И вот это что такое? Черепаха есть витамины слова. Нет, ничего. Он фу-панда. Ой, тебя весело. Повторяюсь за Кириллом. Все за Кириллом повторяюсь. А дождь идет. А дождь идет. Не прекращает. А Виталик коляску все несет. Несет. Зачем ты, дождь, сегодня пришел? Мы тебя не ждем. Пойдем сюда. Ой, террариум, сразу вышли, зашли. Давай, террариум. А там народу пипец, еще дышать нечего. Ну а тут очень высокие борты. Вон, Кирилл только, а Дынька вообще не видит. А ну пойдем туда, вот здесь пониже. Крокодил, Дыня, смотри, крокодил. О, крокодил огромный. Ничего себе. И у всех витамины снова. Смотри, какой крокодил. Лена радуется больше всех. Крокодил. Так, мы зашли в террариум, но здесь народу просто от того, что дождь, конечно, все прячутся в террариуме. Дынечка, смотри, смотри, змея. Обыкновенная игуана. Ну да, обыкновенная игуана. Тебе Саша даже больше. Иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Вот Дыня развлекается в террариуме. Дэнь, тебе в террариуме весело? Что это? Я на разведку. А я недалеко. Я на разведку. О, господи, ребенок упал. Да нет, это орут. Кто-то орет. Какие-то птицы орут. Офигеть. А, это обезьяны. С той стороны. Ужас какой. Ку-ку. Ку-ку. Кто это там за камера такая, да? Папа, на разведку туда! Потрогай девочек. Девочек с папой рядом. А что ты хочешь? На ручки? Ну давай. На ручки. Залазь. Ой. И вот так вот. И вот так вот. Просто. Короче, девочки, 3 года. Ну, лично наши 3 года, это вообще не то. Мама. О.
Ай, ты тяжелый, зайка, очень тяжелый. Дождь фигачит. Они не высоко прыгают, нет? Нет. Боже мой. Викуля, сиди здесь, зайка. Сиди. Страшно. Красивые бычки, да? Каждый спасается как может. Че, я бы тоже могла пакет на голову одеть, если бы зонтика не было. Ну что, понравилось тебе? Маленький лайфхак. Как застегнуть ребенка, когда на улице дождь. Все. В общем, вот так мы прогулялись. Ни хрена мы не посмотрели. Потому что дождь, потому что Дэнни кидает камушки вместо того, чтобы смотреть на зверей. И ему понравились только рыбки. Все. Мы едем в гости к Лене. Сейчас закажем пиццу и будем отдыхать. И вот дрыхнет мое солнышко. Сейчас я его на ручки возьму, занесу у Лены и пусть спит у Лены. А я потом в магазин схожу, сладюшки куплю, будем чай пить. Мы пришли, только зашли, и мальчик проснулся. Не хочет спать. Никто не спит, в общем, все нормально. Ты пойдешь со мной в магазин, да? Пойдем к чаю что-нибудь возьмем в Магните. Может, мои любимые вкусняшки там будут, покажем, ребята. Девочки, вот она. Каурка, моя любимая. А такая вкусная штука, охренеть просто. Держи каурку, Дэнь. Еще взяла вот такой вот бренди. Мне интересно, там реально бренди или чисто вкус бренди? Шоколадки такие. Знаете, вот эта реклама есть все время, что... Можно это Кирюшку? Кирюша, сюда? Быстренько иди. Кирюша, иди супчик ешь быстренько, а то заберу сейчас яйцо у тебя. Ну, я ему просто купила яйцо, чтобы вы не подумали. Заберу яйца. Ну-ка, иди сюда. Короче, рассказывают опыт, что они заказывают пиццу очень вкусную. Как называется? Доминос пицца. И там, если за 30 минут тебе не принесли пиццу, не привезли, то они дают тебе такой купон, и ты в подарок берешь другую пиццу. Бесплатно, тогда пицца бесплатная. Но не эту, которую мы заказываем, а уже на следующий раз мы можем заказать пиццу бесплатно. И у вас был такой опыт, сколько раз? Да, нам 3 раза привозили. 3 раза они опаздывали, 3 раза потом мы заказывали уже бесплатно. А, то есть они привозят ту самую платную, но дают еще купон, что ты можешь заказать. Да, что они опоздали. Вот так они 3 раза опаздывали. Намного опаздывали? Ну, 1 раз вообще не опоздали конкретно, и причем они тогда нам привезли комплимент, что они нам тогда... Да, что-то сладкое. А, крылышки, да, кстати. Пирожные. Они тогда очень сильно опоздали. Они перепутали, в общем, сначала они отдали нашу пиццу, типа, кому-то. Мы уже звоним, 40 минут прошло, мы уже голодные. Вот. Короче, они... реклама Доминос пиццы, да. Кто хочет, заказывайте, а потом вам будут давать пиццу. Сразу засекайте время, полчаса. Как только прошла там 31 минута, можете смело требовать у них купон, да. И потом бесплатную пиццу заказывать. А что, я надо брату сказать, кстати, они любят пиццу. Ну мы их задолбали, честно. Они сразу с купонами к вам едут. Они уже знают, просто телефон же знает, что... Ну что там? Кирюша, ты будешь суп есть? Холодный. Смотри, я в следующий раз я не достану тебе. Я пока сладкое беру, потому что мы сейчас будем кушать пиццу. Да. Я ничего не готовила сегодня, потому что у нас сегодня был выезд. У меня зоопарк. У нас сегодня зоопарк. Пока мы ждем пиццу, я же хотела сказать, что... Я говорила, может быть. Короче, мне кажется, что 3 года – это не для зоопарка. Вот, отличный возраст. Вот Лена радовалась больше всех. Она, ой, сова, такие глаза, ой, олень, такие рога. Аж даже засмотрелся Кирюша. И Кирилл радовался, ходил, бегал. Вот, там, то. И мне кажется, вот возраст, я все время забываю, 6 вам сейчас, да? Вот, 6 лет. Уже было или будет? Было, то есть будет 7? В сентябре 7 будет. Ну, вот самый прекрасный возраст. Короче, Дэнни, ты понял? Мы пойдем через 3 года. Через 3 года следующий зоопарк. Столько, я там вообще просто устала. И вот Викуле еще нравилось, кстати, тоже 1.5 года возраст, да? Она спокойненько смотрела на зверюшек. Короче, девочки, Доминос и 4 сыра. Самая охренительная пицца, которую я пробовала. Я уже 2-й кусок ем ее. Реально вкусно. По котикам, по маленьким цветочкам, ямку попали. Бух! Раздавили 40 мух. По котикам, по маленьким цветочкам, ямку попали. Бух!
раздавили 40 мух. Смотрите, какая у меня тут бусинка маленькая. Мне оставили бусинку тут маленькую такую. Она что-то тут танцует, пляшет. Схватила меня, смотрите, схватила меня. Скажи привет. А ладушки покажи нам. Покажи, как ладушки. Ладушки, ладушки. Прикольно. Не воображай. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Такая ладушка. Что, ели кашку? Попили, попили. Такая полетели, ладушка. Полетели, полетели. Смотри, сейчас волосы выделит. Вот, смотрите. Денечка, тебе интересно еще, да? Ты сам в ходуночках. А у нас не было ходунков, поэтому вот Деньке нравится тут. Смотрите, какой прикольный конструктор. Вообще. Смотрите, у нас поколение, что дети не знают, что это. Вот у меня Денька не понимает, что это телефон. Он как пультом пользуется. А что, прикол, да, что вот в моем детстве вообще еще не было телефонов. Они только наступали в моем детстве. 13 лет мне было, у моего начальника первого был телефон вот такой огромный, такая труба, и он какую-то там карточку, вот такую вот, как у нас сейчас пластиковые, банковские, куда-то вставлял в этот телефон для того, чтобы позвонить. И то, по-моему, он не везде мог позвонить. И тут огромная трубка такая была, я не знаю, ну, с мою руку, наверное, по локоть. Да. А мой первый телефон, это был Моторола. Короче, ну, она вот такая была огромная, еще антенна торчала, синий такой был. Классика, это А-Сименс 35-й. А-Сименс 35-й у меня тоже был, но это уже были более модные, маленькие. Там еще не было полифонии, да? Там были просто пи-пи-пи-пи-пи. А у меня был LG 3000. Такой красивый, светился, классный. А потом Nokia появилась такая раздвигается. Она у меня до сих пор дома лежит, кстати. Надо будет найти показать. Короче, наши дети, поколения, которые вообще вот не понимают даже, что это за телефон. У нас только сенсоры, планшет. Дэня, наверстывай, аккуратно пальчики. Дэнь, скажи, я не ходил в ходунках. Вот у нас вот дома не было ходунков. И у нас упущено детство. Кирюшка не хочет. Хотя это Кирилла ходунки, он нагонял. Дэня, аккуратно, ножки там аккуратно. Там приколись еще тут, да, Дэнь? Вспомни детство, Дэнь. Так, а понажимай тут, смотри, это для тебя, для детей. Посмотрите, какой дождь на улице, просто. Все мокро, она просто все мокро. Давай запомним. Офигеть, лето, девочки. Опачки, фруктики приехали, красота. О, виноград, все, Дэнни, ничего не нужно, теперь только виноград. Лена, смотрим твой канал. Кто помнит мою Лену, блондинку, подружку, она канал свой завела, я ссылку на ее канал под видео оставлю. Намазала волосы маслом. Уход за волосами. И хожу как минимум 30 минут. Можно надеть шапочку, можно не надевать, но лучше надеть, можно... Ну что, мои хорошие, спасибо за гостеприимство, за компанию в зоопарк. Ну, у нас еще, короче, это... Недолгий получился. Зоопарк у нас еще раз будет, через 3 года. Денечка, иди сюда. Уже как раз это, Викуля подрастет. Да, когда нужно будет приезжать. Дэнь, телефончик отдавай. Телефон отдавай, все, отдавай телефон, клади сюда. Да, надо телефон отдать. Забирай, да, все. Забирай, все, и убегай. Все, Кирюша, пока. Все, Маша, пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Поцелуйку, Дэня. Пока, помашешь? Все. Пока, Вика, пока. Пока, красотечка, пока, зайка. Пока-пока-пока. Покажи, покажи. Пока-пока. Вот она, нога. Ну ладно, все, мы пошли. Целую вас. Обнимаем. Пока-пока. Пока-пока. Все, на связи. Давай руку. Ой, на улице хорошо сейчас после дождика, прям вообще такой кайф, надо будет Лене сказать сейчас, в машину сядем, чтобы они пошли погуляли обязательно. А вот это мальчик уже, да,
так устал, что не проснется, как сегодня днем. Уже крепко спит. Завтра перед садиком буду его купать. Сегодня уже не буду будить. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока. Все ссылочки на моих девочек будут под видео. Обязательно проходите, поддержите их лайками, подпиской, комментариями. Им будет очень-очень приятно.